Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и данное видео я хочу начать с фразы, которую говорил Кай. Он говорил: слышишь, снежная королева, что-то как-то из буквы Ж, О, П и А слово вечность абсолютно-таки не складывается. О чем говорю, ребят? Стартовал новогодний ивент, которого все мы ждали. Максимальной наградой является снежный шар, ну а максимальной наградой в виде танчика Type 62. Так вот, на стриме на канале Вот Блиц без границ стримеры говорили по поводу того, что для того, чтобы забрать Type 62, нам всем надо будет сделать 153 победы за 11 дней. Ивент стартовал. И какое же было у меня удивление, когда, открыв информацию о том, сколько еще необходимо получить колокольчиков, я узнаю по поводу того, что необходимо 307, ребят. 307, не 153, абсолютно таки. Может, я что-то неправильно понимаю. Я ради интереса зашел в информацию по поводу данного ивента, для того, чтобы посчитать, а за что же конкретно даются колокольчики. И вот для себя я четко увидел, что побеждай в боях на технике 4-10 уровня, каждая победа принесет тебе один, ребят, колокольчик. Один. Нифига, ни два, ни три, не знаю, там, ни какое-то другое количество. Я пытался на калькуляторе посчитать 307... разделить на что угодно, и вы знаете, как-то ни хрена оно не делится ни на что, так чтобы получилось какое-то круглое число. Ну, то есть, образно, к чему говорю, было бы, допустим, 300 колокольчиков, и тогда бы получилось, что можно за 10 дней по 15, да, там получается по 2 колокольчика за победу, как-то так. Ну, в общем, короче, не получается математика, ребят, она тупо не складывается вообще, просто никак не складывается. Вот, пожалуйста, один колокольчик, там, 3 колокольчика, 6 колокольчиков, да, там, то есть мы едем в далекие края, и, короче говоря, когда мы доедем, у нас не получится ровным счетом нифига. Вот так вот получается, ребят. Я, честно говоря, очень сильно расстроен, объясню почему. Дело в том, что за 11 дней 15 побед в день. Это уже, ну, циферка, согласитесь, довольно-таки немаленькая. А сделать от 27 до 30 побед в день для того, чтобы только тайпа 62 получить, это уже, я не знаю, каким образом необходимо вывернуться, но и что конкретно необходимо делать. Что же касается снежного шара, то, ребят, по снежному шару здесь получается вообще такая математика уматовая: 482, а не меньше 300, как заявлялось опять-таки стримерами. И таким образом получается, что за 11 дней вы должны выпахать по 43 победы в день. Ребят, это можно просто-таки, не знаю, не то что геморрой себе заработать. Тут можно заработать себе все, что угодно. И сколиоз, и нервный срыв. Ну, короче говоря, инфаркт, инсульт, все, что можно найти в медицинской энциклопедии, касающейся прохождения стримов, я уверен, вам обеспечено. Шутки, конечно, шутками, но у меня руки опустились крайне сильно. Напишите свое мнение в комментариях по поводу вот этого вот косяка, и будете ли вы потеть над главными призами в данном ивенте. Я вам буду безумно благодарен. И, кстати, ребят, если вы за честность, которой я пытаюсь придерживаться, если вы за честные обзоры на технику, на товары в магазине, на ивенты, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Вот желтый шильдик в правом нижнем углу. Буду вам безумно благодарен. Я очень-очень хочу до Нового года набрать 5000 подписчиков. Буду делать для этого все необходимое на моем канале. Даст боженька, возможность, будут выкладываться своевременно обзоры на танки, которые будут выставляться на новогоднем аукционе, для того, чтобы вы все знали, чего машина стоит в среднестатистических руках. Я не скилловый игрок, я не супер подкованный, я средняк, коих нас, ребят, более 80% в игре, я в этом больше чем уверен. Поэтому, если вы хотите знать, как будет та или иная машинка играться в ваших руках, пожалуйста, подписывайтесь на канал, и вы будете видеть машины не во всей их красе, а в том виде, в котором они есть на самом деле. На данный момент у меня все, ребят, всех благ, всего хорошего, мира вам, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.